Так, здрасте. Сегодня пришла новая посылочка с AliExpress. Я хотел бы ее вскрыть на камеру. А вот сама посылочка. Так, в кадр влезает. Целехенькая, неповрежденная. Не открывалась, не вскрывалась. Данные немножко. Где мои данные? Где-то здесь. Закрою. Все. Видно, что ничто не вскрыто и не проверено. Посмотрим, что пришло. Точнее, я знаю, что там должно быть. Сейчас я покажу. Вот так вот. Вот в посылочке должна быть вот такая вот вещица. Это не то, что пародия, может быть и пародия, а может быть и такая реплика на лазермановский карабин. Посмотрим, что это за реплика в исполнении китайцев. Да, называется она, кстати говоря, не Лазерман, да, они честно написали, что это EDC Gear. То есть это никакой не Лазерман на самом-то деле, да. Так, возвращаем камеру на место. Воспользуемся настоящим лазерманом. Ах ты, черт. Немножко мимо. Опа. Вытаскиваем. Вот так вот. Даже без какой бы то ни было упаковки. Просто в обычных пакетиках. Ну и больше ничего нету. Упаковку выбрасываем. Так, вот таких вот два девайса. О, уже вывалился. Даже не запечатан. Это zip-пакеты, по-моему, называются. Да, zip-пакеты. Но они даже не запечатан были. Кстати, для начала скажу, что выглядит очень даже неплохо. О, как интересно. Не то, что неплохо. Хотя, смотрите. Сейчас покажу, в чем дело. Наверное, еще на камеру не видно, но... Ай, вот так вот. Может быть, и не видно, но здесь честно написано, да, вот. Может быть, так лучше будет видно. Тут честно написано, что здесь EDC Gear. Вот выбита надпись EDC Gear. Это не наложен сверху, это не Photoshop, это именно надпись EDC Gear, выбитая на самом инструменте, на самом карабине. А мне пришло... Хотя это тоже пришел карабин, но что самое смешное, они пришли с надписью. Так, я правильно показываю? Нет, неправильно показываю. Они пришли с надписью Лазерман. У меня автофокуса здесь нету, да и фокус вообще не работает при снятии видео. Я думаю, будет видно. Это никакой не EDC Gear, здесь выбит Лазерман. Вот так вот. Уже повод, чтобы поспорить с продавцом. Ну, хотя, возможно, это качественная реплика. Посмотрим. Меня больше всего интересует, как работает вот этот замок. Не проваливается ли? Нет, не проваливается. Все встает более-менее ровно. Довольно тугая, но не настолько тугая, чтобы мешать закрывать и открывать ее. Но по качеству, что скажу. Ну, таких откровенных косяков не видно. Единственное, что здесь она будет не очень заметна. Но проволока, конечно, срублена некрасиво как-то. Такое впечатление, что ее действительно просто перерубили. Необработанная и довольно задиристая. Можно даже разодрать руку или ткань этим карабином. А в остальном... О, и по-моему еще надпись, вот эта надпись верхняя, да, что это карабин не для скалолазания, она как-то не совсем правильно вроде набита. Немножко ушла в сторону. Но в остальном второй
По-моему, немножко все-таки они мягковаты. Можно было бы сделать их более тугими. И все-таки немного уходит в сторону. Замок все-таки не совсем хороший. Можно даже сказать, совсем не хороший. Ага, ну понятно. Проволочка просто загублена очень сильно, поэтому уходит в сторону. Надпись тоже, по-моему, кривоватая. Ну и такая она, грубоватая, помимо того, что кривоватая. Но, в принципе, она на свои функции выполняет. О, кстати, забавно, встала на место. Да, вот теперь лучше стало. Ну, блин, красиво торчит проволока. Особенно вот на этом. Вот реально торчит. Вот тут сейчас видно. Конечно. Видно, как торчит. И она такая грубая. Резучая. Но в остальном неплохой инструмент. А, самое главное, цена. Сейчас он стоит 4 доллара. Вот это, две штуки. Ну а когда я покупал, была 45% скидка. То есть за 2 доллара вполне приличные копии Лазермана. Кстати, насчет металла. Ну, не гнется. Это точно. Это уже радует. Ай. Ничего не случилось. Не гнется, не перегибается. Замок, конечно, к замку есть вопросы, но в целом работает. Ну ладно, неплохой товар за 2-то доллара. Ну и, пожалуй, на этом все. Пока.